God is watching. Do you invite the master that called you here, witch? This world is an illusion, exile. It was time you saw what real sacrifice is. The touch of God! Ноута и увидя это кольцо, точнее то, что можно поймать на кольце, я начал ловить. Я очень хотел поймать антиблит, и на пятом кольце я это сделал. Причем это было первое кольцо, которое засунул в алтарь. До этого я коробил волос. Это когда ты не знаешь механику босса, взрывайся, охренеть, и чуть не рипаешь себя, просто пройдясь по всей волне. Че не так? Все, по-моему, хп вообще не просело. Как же мне тогда было плохо, просто мне даже в глазах потемнело. Этот голдринг я портал то ли за 2, то ли за 3 экза, или за 4 даже. Кажется, за 4, потому что реально топовое. Особенно для относительно начала. Это был мой первый персонаж. Изначально он был лучником. Но потом я его переделал в рэпер, потому что мой лучник, который у меня даже билд есть, гайд по нему, он почти имеет такое же дерево, как и рэпер. РФ я посмотрел у Шинра, это такой немецкий стример, довольно-таки топовый, всегда берет по 40 ачилок. Не очень популярный, но очень прикольный, позитивный. Всем советую. Этот Белли я получил с пророчки, выпил с 5 дырками. И за один фуз, без качества, залинковал, блин, нафиг эти джевли встачи. Эти перчатки очень годные, продал за 2,5 экза. Выставил за 3, но никто их не покупал, а никуда пристроить их не мог, поэтому за 2,5. Убил 4 ксофов. Нет! Долго не мог выбить амулет, выбил наконец-таки первый амулет с него, но оказался не тем. Правда, через... На следующем ксофе я выбил уже амулет ксофа. Это первая нормальная дорогая вещь с этой пророчки. До этого было максимум табула. Пару раз выбил табула, все. А в этот раз выбил кое-что годное, и, кстати, этим пользовался до конца. Эта фласка у меня сохранилась, я и не рискнул. А, что?! Это была моя первая дири, и я особо плохо понимал механику своего билда. Я рассчитывал, что смогу все прожать, но я забыл прожать Blood Rage, и у меня слетела фласка. Да к тому же я нажал не ту. Я не прожал фласку на резист к огню.
Это был мой второй персонаж такого плана. Дальше я решил немного побаловаться фликером и начал крафтить элдерные пояса, пытаясь поймать себе. Что? Такой пояс я продал вроде за 30 хаосов на тот момент где-то в районе Экзо. Блин, неплохо. Это годно. Исролил себе пояс по ДРФ и наконец-таки поймал нужный. По крайней мере, я считал на тот момент, что он нужный. На самом деле, increased эффект фласк на тебе не так сильно важен для того билда, потому что держать 100 резистов — это плохо. Но это сложно. Продал кольцо за 500 хаосов, потому что не смог никуда его пристроить, к сожалению. Был немного опечален, но смысл мне удержать. Это был мой второй биска на этой лиге и третий за все время. Это кольцо с Немезис мода. Не знаю, как оно упало. На карте был он, но оно выпало. Выбил Whale of Awakening. Не знал, что он дорогой, потом узнал. В общем, 9 экзов за него заработал. Больше долго не мог выбить амулет Софа, но пока фармил его, выбивал, точнее, иногда и годные уники. Это немножко фиксировало тот беспредел, что ничего не падало. На следующий день выбил еще один Awakening. Только на этот раз я уже знал его цену. Продал за 10 экзов. Еще одна. Здесь у меня не был настроен лут-фильтр. Я сначала обрадовался риском, а потом увидел доктора. Это был мой первый доктор. В целом я пробежал где-то буриков 10-15. И выбил доктор. Первый доктор Эва. Я не ожидал. Это вообще был первый сундук, с которого падали карточки. До этого у меня карточек никогда не падали. Видел, как Шиннер выбивал себе посох. Он выбил со второго. Я так думал, тоже пойду себе выбью. Зачем мне тратить пару эксов, чтобы на этот посох, когда можно выбить, потому что я спокойно прохожу от дерева. А нифига, убил 15 перед первым посохом. А в целом убил больше 60 от дерева, и больше мне он не падал.